Привет, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод моих приключений. Меня зовут Константин, и сегодня я ловлю горбушу на Кольском полуострове. На море сейчас отлив. Я вот здесь вот пошел погулять. Горбуша не клюет. Вот панорама моря. Вот так вот. Там берег. Вот человек ходит с подсадчиком, с сачком. Пытается найти камбалу. Пока безрезультатно. Я нашел себе вот такой лист ламинария. Возьму с собой. Сегодня второй день, как я здесь на Кольском. И поймал всего только одну горбушу вчера. Вот моя первая горбуша лежит. Сейчас вторую поймаю. Как мне потом сказали люди, сидящие там на берегу лагеря разных туристических рыболовных, что я первый человек, поймавший горбушу за 5 дней. Так что мне повезло. Все противлялись? Да, слушай, прям повываживал, так, ну, приятно. Вот, прям рыбалка. Рыба не клюет. Сегодня 9 июля. Она не зашла еще. Все сидят, ждут в ожидании. Ну вот, а я гуляю. Гуляю по морю с удочками. И собираю морскую ламинарию. Вот такая классная капуста. Ловим еще сегодня вечером и завтра с утра, и уезжаем обратно домой. Так что времени совсем мало на рыбалку, но рыбы, наверное, особо не наловимся. Слушай, надо водичку все-таки. Я предлагаю пойти поесть по-нормальному. Да, сколько время? Час. Собрать удочки. Да. И прийти сюда часам к 4. Я думаю, да, это самое адекватное время. И ждать прилива уже. Вот моя первая горбуша. К сожалению, я ее не заснял в момент поклевки. Я просто настраивал удочку. Смотрел, как она работает. И где-то на 5-6 проводке взяла вот такая рыбка. Это самочка. Мы решили ее сразу зажарить и съесть. Пока на море отлив, рыба особо не клюет. Вот. После долгой дороги у нас перекус сейчас будет свежей горбушей, только что пойманной. Должна быть самка. Сейчас посмотрим. Ну да, вот. И корка, и край есть. Мелкая еще, правда. Но первая рыба, и сразу с икрой. Вообще замечательно. Процесс подготовки удочек. У тебя там сколько метров, Рома? 400. Спецфилейный нож. Смотри-ка, разобралась. Ну, ты его уже точил перед поездкой? Точил. Свежая горбушка. Ах ты. Даже фигуровать не будем, так с костями съедим. Красиво. Ну, мне начнем обогреть. Да, понятно, что...
чтобы коагуляция происходила мгновенно. Чтобы все, что внутреннее, осталось внутри. Давай палец учаем. Не, маловато еще. Сейчас, скажу, что. А ты, говорил, не поймешь. Все рассчитано. Сковорода на одну дорогу. Идеально. Небо оранжевое, солнце. Только что пойманная горбуша. Сам поймал. Сам и кушай. А не только косточки, потому что мы ее не фильтровали. Ну, мы ее на стейке порубили, и стейк не вынимаю косточки. Я тебе скажу, это очень. А с рисом? С рисом еще лучше. И так, хорошо. Вообще хорошо. Горбуша свеженькая. Да, она прям... Первый раз в жизни съеденная, только из речки. Да. 2 минуты, пожалуйста. Рыбка шикарная. А, представляешь, как она будет соленая? Не знаю пока. Надо, надо еще идти надо ловить. Пробовать. Надо, надо идти. Нет, слушай, ну мы сейчас поедим и пойдем, а то там места, конечно, не будет. Так что. Можете, можете. Вы не фотографируете нас. Нет, мы вас на видео. Видео? Видео. Чтобы видели, видели, видели все вас. А у нас лицензия есть. А покажите. А вот прям в кармане лежит, ждет любой проверки. И у нас имею есть. Полное право. Горбуша 18 тысяч рублей пока. Пока да. Пока никак не хочет ценник падать. Ценник не слабый. И корочка такая знатная. Почти как и сетровая. Да я думаю, дороже даже. Ну да, если в пересчете на граммы, то точно дороже. Корочка, да. Тонкими нотками дуба. Ну-ну. И бочек из-под бурбона. Класс. К берегу иди потихонечку. И спиннинг пониже, Миша, пониже, к воде его, по воде его иди. Все, выходи на берег. Вместе с ней выходи на берег. Просто иди, иди. Миша взял первую свою рыбу. Стоял мил, но нытье поймал. На нытье поймал. На нытье. Да. Давай покажи, возьми ее в руку. Серебряночка хорошая. О, отлично. Ну давай посмотрим, кто это. Мальчик, девочка. Это мальчик. 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 Клюнуло хорошо так там в утоп. Тык-тык-тык-тык. Ну вот видишь. Красавчик. Красавчик серебристый.
северная. Салат сделаю. Здесь водятся вот такие вот маленькие мидии. Но их собирать для еды, конечно, вообще не хочется. Слишком они малюсенькие. Вон их сколько. О, мелкие. С них ничего не сделаешь. Как семечки. О, народ пошел гулять за камбалой с очками. Абсолютно мелкие мидии, но вот это, наверное, самая крупная мидия, которую я здесь видел пока что. Вот такой размер. Но она целая, съедобная. Вот их тут сколько. Только что я видел камбалу, она куда-то сюда ломанулась. Сейчас попробую ее увидеть. Нашел медузу. Вот она осталась. На отливе. Вот щупальца. О, медуза. Я бы ее, конечно, переложил в море. Но у меня перчатки без пальцев. Я взял свой пакет для ламинарии. Сейчас я ее попробую. О, смотрите, это медуза. Настоящая медуза. Я буду выпускать. О, о, пошла, пошла. Здесь на самом деле, так я по-тихому говорю, чтобы меня никто не слышал, народ ставит сетки и ловит камбалу. Сейчас покажу. Вот там мужик собирает рыбу с сетки прямо в море. Вот такое браконьерство. Сетки проверяют. Камбала там. Камбала. Для вида ходят с подсачиком, как будто они их подсачиком ловят. А так трясут сетки, конечно. Вот такая вот рыбалка. Стою вот на таком камне. Сказали, здесь можно поймать сеть. Но телефон нифига не работает. В общем, вот я где. Во. Вот такие дела. Пытаюсь позвонить домой, но это бесполезно, похоже. Связи нет, говорят, сегодня здесь на камне. Приходи вечером. Я пойду сюда вечером еще попробую позвонить. Местная телефонная будка. Не, сигнала нет. Вот еще один мужик приходил позвонить, но не работает. Вот она, местная телефонная станция. Да нормально, я вижу, слушай, Ром. Я ж подниму леску. Смотри, как плывет поплавок, да? Никого.
Я посчитал, это у меня шестая попытка. Шестая попытка поймать эту горбушу, хитрую рыбу. Редки нет. Сожрали. Мы самые стойкие. Это точно. Но у нас просто мы не бухаем. Да, мы просто не бухаем. Это здорово. Усиливаю. Вот, вот с того камня я вчера звонил, забирался. Да. О, он тот. А, ты не, тебе показываю. Я... Далеко. Народище, конечно. Блин. Ну ты единственный из нас, кто еще не тащил. А, не про работу? Да. Ну просто я единственный, у кого нет этих галлюцинаций. А у Миши энтузиазм вообще иссяк. У тебя, я смотрю, энтузиазм совсем иссяк, да? Я отдыхаю просто. Погода хорошая. Отдыхать можно. Погода и правда хорошая. Мы на берегу моря. Мы самые ранние ребята. 9-10. Ну. Я думаю, до 10 постоять можно. Сейчас.
еще люди. Хитрая рыба, горбуша. Где сегодня погодка теплая? Ну, скользкий он такой. Вчера дождь, сегодня солнце. Надо, чтобы такая погода дня 3-4 постояла, и тогда, может быть... Может быть. Она таки соизволит. А может быть, она и не может соизволит. Может, и, да, и вообще не соизволит. Или соизволит на дней через 10. Кто ее знает, что она захочет. Ну-да. Вот такая рыба-горбуша. Попробуй поймай. Все. Отловились. Две рыбы за 3 дня. Лютый трэш. Не, ничего. Вам удачи. Да, мы все, мы уже. Вот такой вот лютый трэш на горбушу. Такая рыбалка на горбушу.